Всем привет, с вами Прогульщики. Сейчас мы находимся на Бахчике вместе с Сашей, Денисом, Максом и мной. Макс с Денисом пошли сейчас покупать памперсы, пеленки и все остальное бабушке с дедушкой. А мы сейчас с Сашей на Бахчике смотрим разрушенные дома, и которые снесли. Ну как разрушенный дом получается? Ну вот это один дом, который мы увидели, он еще разрушенный. Это получается Бахчеванджи 15. А там, вот здесь были тоже много пятиэтажек, их уже посносили, а вот те, как видите, он восстанавливает. И вот через дорогу там уже вообще все в красоте. Только тут забор, мы сейчас его как-нибудь обойдем. Да, Макс с Денычем пошли покупать памперсы, пеленки там дедушке там на бульваре Шевченко. Поможем, опять съездим. Ну и вкратце покажем вот этот район. У нас сегодня выборы. Вот, сегодня все голосуют. Я сегодня ездил еще тоже там, ну, по работе попросили поехать на школу, вот, провести зарядку. Мы там провели зарядку. Ну, как провели, я не проводил, я поснимал зарядку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай, давай, руки можно влево, право. Поехали. Ну, все будут голосовать, ясно, за кого. Кандидат у нас один, наверное. Владимир Владимирович. Будет. Да. Вот, за него, наверное, все и будут голосовать. Вон какая собака. Кстати, вот тут на Бахчике, когда мы шли во время войны, нас тоже собака сопровождала. Когда нас хотел один мародер ограбить, она на него хавкала. Вот на Бахчике, видите, какой у нас движняк уже. Офигительный просто. Ну и стандартная доска объявлений. Вот, да, всем, борт, кому нужны работы. Работа. 2500 платят в день. Ну и то по-разному. Кирюха уже неделю зарплату пока не получает. Да. Да, ну будем надеяться, что скоро выплатят. Я тоже надеюсь на это. Потому что у него работа тяжелая, на стройке. Я не знаю, что ты сейчас там делал последний раз? Демонтаж плиты. А. Ага. Да, это тяжело. Ты знаешь, что это? Понятия не имею. Плиту демонтировал, убрал полностью. Какую плиту? Газовую? Нет. Пол. А, пол. Демонтировал. Разрушал. Убирал. Понятно, теперь понятно. Магазин назвали Владимир Владимирович Путин, все виды пива. Вот ё-моё. Вон ребята идут с памперсами. А мы сейчас хотим ударить по... Ударим по груши. Вот. Будем проверять силу. Мы купили 20 штук памперсов, потому что их так много там. Скупились мы почти на 1500, купили еще салфетки. Сейчас поедем до дедушки на строителей, да? Там? Шевченко. А, на Шевченко, короче. Ну, давай, будем вначале ударим. Эти памперсы. В камере не видно ни хера. Давай, Кирилл, ты не бьешь. Рано, полно ран на полежни, да, на полежни. Ну что, ухаживали за кормившим. Были эти, да, приступы? А? Приступы. Ну, вот у него и сейчас он есть. Он сейчас лежит, и он начинает кричать. Понял. Голова у него на сей. Отмирает кора головного мозга. А дочка так и не может, да, приехать? А как она с Украины приедет? Не выпускают. Ну, ладно, еще тысячу вот. Спасибочки, да, это они намазаны на это самое. Сейчас мы находимся на 23-м микрорайоне. Здесь есть такая вот, видите, павильонная. Играет музыка про чебуреки. Ну, после тренировки, вот, если мы в этом районе, мы заезжаем сюда покушать чебуреки. Здесь самые вкусные чебуреки. Вот эти со свининой. Они по 60 рублей. Не знаю, почему написано еще 50. Может, это маленький чебурек 50 стоит. Ну, короче, за 60. Вот, чебуреки очень вкусные. Сейчас пройдем внутрь. Заказали чебурек, подождали. Ну, буквально 10 минут. Вот ребятки делают прям при вас. Вот и меню тоже здесь внутри есть. Кому хочется, пожалуйста, кофе можете попить. С всякими добавками. Стаканчики, ложечки все тоже прилагается. А самое главное, знаете, что мне нравится? Что вкусно. Но Дениска стесняется сниматься. Не хочет про чебуреки снимать, а мне нравится. В общем, заходите сюда, вам понравится.
Я царица. Также мы встретим рядом с чебуреками. Рыбка, сухая рыбка, самая лучшая рыба. Как нужно ее, вот кто у нас просто город морской, мы все рыбаки. Ну я не рыбак, но у меня батя рыбак, очень хороший рыбак. Вот, смотрите, как выбирать рыбу. Вот это плохо пахнет. Если плохо пахнет, не берем. Вот это хорошо. О, пахнет морем. Вот эту берем. По 800 было суховатая, нам не понравилось. А вот это по 1100, ну ее еще досушить надо, но вот она отменная просто. Тут у нас есть Саша Анчоус. А? Все, это все. Это анчоус, просто они меня иногда анчоусом называют, поэтому решили взять анчоус. Анчоус? Почему анчоус? А потому что я... Александр. Александр анчоус. Александр анчоус фамилия у вас? Магазин называется Ассорти. Вот тут он находится. Короче, там раньше эта рыба вообще продавалась вон там, где склады. А сейчас ее перенесли в этот магазин. Магазин хороший. По-моему, прибыльный у них, потому что мы как не заходим, да, там постоянно люди. И тут такой вот рыночек. А раньше мы покупали рыбу вон там. А потом, когда мы едим эту рыбу, наши девушки и жены говорят, что мы воняем рыбой. В общем, там еще есть самообслуживанный автомат. Кофе, кофеинза, кофеечка. Там есть капучино, макачино, драчино. Вот. В общем, вот так вот выглядит наше обслуживание. Тут такие мягенькие штучечки, короче, как судочки. Ну, кофе макачино просто офигенный. А Саша взял себе обычный латте, и он ему не нравится. Мы идем дальше. Ждем того, что меня будет осуждать моя мама за то, что я не питаюсь дома, зато покупаю чебуреки, шаурму. Но мне все равно, потому что эти чебуреки очень вкусные. Мама, не обижайся, пожалуйста. Мы с Дэном еще научились солнышко, пока только на море. На гимнастическом турнике еще не пробовали. Это наша, можно сказать, первая попытка будет. Нормалек, где носка? Отлично. Знаешь почему? Руки сгинаешь. И у тебя получается кач теряется. Чуть-чуть сгинать надо, а ты прям сильно-сильно согнул. Ого. Понял он, как экспили делает. Покажи. Я не понимаю, вот что это. Оно мне печет, я не знаю. Валера, уже туда сильно сегодня не трень, оно уже пока не заживет. Да, нормально, но нормально. Пробуй так хотя бы. Димон учится фляга. Стой. Ложись на мою руку. Стой. Понял? Давай, Димон, сейчас. Да, только руки теперь выправляй, да. И смотри назад. Делай вот так, смотри. Вот так. И на вымахе вот так на мою руку. Давай, поехали. Давай еще, резче. Стоишь ровно. Вот, ребята, мы с Сашей сегодня делали солнышко. Получается, хочу рассказать, как оно вообще делается, именно с моей точки зрения. Поначалу, когда я солнышко учился, у меня плохо получалось. Я делал с подкрышки более перышко и не крутил кисти. Потом как-то Саша начал учиться. Я думаю, на пофиг, на страх, научился. Получается, важно, чтобы кач был средний. Ну, не прям максимальный, но средний, чтобы были как турник. Вот, и когда вы... делаете, допустим, вот хотите уже делать солнышко, надо резкий мах сделать, вас заносит наверх и просто немножко прокрутить кисть. Головой еще. Ну да, и смотришь на турничок немного. Но турник у тебя в поле зрения нет, ты просто забываешь. Важно. Ну, конечно, хват, чтобы был вот такой. И когда вы уже занеслись, самое главное, как я считаю, вот так сделать. То есть посмотреть назад, и тебя вас по инерции занесет как раз на солнышко. Ну да, бывали ситуации, когда, допустим, вот наоборот, и не смотришь на турник, и в лямках, у тебя, ты слаживаешься. Получается, у тебя большой кач, ты вот на турнике стоишь руками, типа, ты можешь делать солнышко, но ты не смотришь на турник, и у тебя просто выворачивают плечи. Таких ситуаций было много, я помню, сам там чуть не сложился, было больно.